я пыталась вам поставить сегодня. Конечно, можно было где-то вообще в декор удариться, можно в небе было узоры сделать потом, да? То есть это такой прием, что вот можно так декоративно решить, а можно небо все сделать, вот если бы были облака или что. Какие-то, а можно их придумать облака? Да, завитушечки, узорчики. Но это все нужно делать так, чтобы это не выпадало, да? Может а быть, как? Почти в той же цветовой. И наверху были бы узоры. Да нет, внизу это фактура, да, это не узор. Узор все-таки он подчинен каким-то элементам. Закону. Да. А здесь просто фактурный, красивый. Интересно, пока. Первый раз такое пишут декоративно, пейзаж. Вот я надеюсь, вам это все пригодится в дальнейшем. Очень интересный урок. Да, интересно.